Депутат Московской областной думы Владимир Жук в условиях эпидемии коронавируса продолжает оказывать помощь нуждающимся. Среди получателей помощи – малообеспеченные и многодетные семьи, инвалиды и одинокие пенсионеры. У нас есть списки, которые нам предоставляет общественная организация городского округа. У нас есть списки социальной защиты. У нас есть списки, которые составляют депутаты местных совместного совета и активисты, общественники и так далее. Мы их тщательно выверяем, чтобы не получилось так, что кому-то 2-3 набора, а кому-то ничего. И делаем выборку и по ним работаем. Всего планируется развести по адресам около 1000 продуктовых наборов. В их состав входит 10 наименований продуктов первой необходимости, имеющих длительный срок хранения. Ну, вам привезли вот такую вот помощь, продуктовый набор. Ага. Я думаю, вам лишним не будет, пригодится. Вот здесь вот телефон. Если что там понадобится, вы, пожалуйста, наберите, попробуем помочь, чем сможем. На коробках указаны телефоны горячей линии, на которую можно позвонить и задать свой вопрос. Помощники депутата расскажут, как можно решить ту или иную проблему. Уже давно Владимир Жук сотрудничает с обществом инвалидов Ленинского городского округа и оказывает его подопечным всяческую поддержку. Он нам никогда, никогда не отказывал. Большое, конечно, ему большое спасибо за то, что в тяжелый период нам он помогает. Надеемся, что и дальше он будет помогать обществу инвалидов. Мы надеемся на сотрудничество с ним, и он не будет о нас забывать. Неделю назад депутат привез набор продуктов видновчанке Маргарите Владимировне Зимаревой. Тогда пенсионерка рассказала, что ей необходимо лекарство, но денег, чтобы их купить, в данный момент нет. В нынешний визит депутат привез нужные медикаменты. У меня оперировано плечо, и он нога. Еще течет, кровит и все. Два раза в день надо перевязывать. И так уж мы салфетки разрезаем пополам, экономим. Вот. Спасибо большое. Кстати, местные депутаты со своей стороны также оказывают различную помощь жителям в это непростое время, обсуждая стратегию поддержки со своими коллегами. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.